Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас пост Экадаши, и мне бы хотелось вам сказать немножко о таких вещах, как секс взаимосвязан со всем, что нас окружает, и как секс помогает нам упасть и забыть, кто мы есть и для чего мы здесь. В принципе, все в этом мире управляется сексуальной энергией. И желание стать хорошим у человека продиктовано обычно желанием славы, богатства и отношений с противоположным полом. То есть мы хотим обычно быть успешными в отношениях с противоположным полом. Даже Александр Македонский в свое время ради чего покосячил столько народу? Ради Клеопатры. Но что сводится обычно у среднестатистического мужчины к женщине? Мужчина к женщине всегда испытывает желание сексуальных утех. Не так ли? Ну, конечно. То есть вся война свелась к сексу. И все наши войны, как бы они, под каким бы соусом их ни подавали, под политическими, благо для народа, все это сводится к сексуальным проблемам у людей. Все сводится к сексуальным проблемам. Так вот, если действительно разбирать любую проблему, то там всегда проблема секса. Любая проблема – проблема секса. И люди должны понимать, что ложное эго трансформируется в ум, язык и гениталии. Ложное эго трансформируется в ум, язык и гениталии. Желание что-то завоевать – это сексуальные проблемы. Желание власти, славы – это сексуальные проблемы. Грубые сексуальные проблемы, начиная с полового акта, это грубая сексуальная проблема. А тонкие сексуальные проблемы, это вот уже выше перечислены, это желание славы, богатства. Это тонкие сексуальные проблемы, а грубые – это половой акт. Но дело в том, что легче всего отказаться от грубых сексуальных проблем. Легче всего. Ну вот у меня их нет, грубых сексуальных проблем. Но тонкие сексуальные проблемы, над ними работать придется. И мне в том числе, всю жизнь. Пахать, как папа Карло. Что может помочь в решении тонких сексуальных проблем? Это бхакти-йога. Это йога любви и преданности Господу Богу. И она предназначена, чтобы избавить человека от сексуальных проблем. А что же не дает покоя гениталиям нашим? Что же у нас там постоянно чешется? Язык, который ест непотребную пищу. А что же не дает покоя языку? Ум. Ум, который не обладает знаниями. Потому что если бы разум обладал достаточным количеством знаний, он бы подчинил себе ум. А ум, он неконтролируемый. Им управлять может только разум. Если управляет вами ум, то сиюминутные желания поесть пиццу, съесть мясо, рыбу, яйца, вареная еда, да, которая оскверняет тело в итоге, она отнимает у вас жизненную энергию, такая пища, то, естественно, у вас возрастает жадность, а это потребность в славе, богатстве, и сводится, опять же, к грубым сексуальным проблемам, потому что тонкие сексуальные проблемы приведут к грубым. Поэтому избавляться нужно от тонких сексуальных проблем. Пока
пока у ума есть понятие «я» и «моё», не так просто. Не так просто. Пока не отпадут понятия «я» и «моё», обуздать ум не получится, вследствие чего человек будет всегда переедать. И переедание будет сводиться к пляске гениталий. Все настолько в теле у нас взаимосвязано, что человека рассматривать будет грех по отдельности или разбирать что-то одно. Человека нужно разобрать только вместе, вернее, собрать вместе и рассматривать только вместе. Дело в том, что пища, то, что мы едим, либо она нас оскверняет, либо она нам дает прану, жизненную энергию, либо чистую энергию, либо отнимает энергию. Пища делится на два вида. Одна отнимает энергию, другая дает энергию жизни. Вся пища, которая подвергается обработке, жарки, варки, парки, убивает вашу жизненную энергию. Сюда же входят мясо, рыба, яйца. Морепродукты тоже, потому что есть такие, которые спрашивают. Все это убивает, отнимает вашу жизненную энергию и ваш потенциал, духовный потенциал. А все проблемы и все болезни начинаются с разрушения именно духовного уровня, духовного тела, то есть тонкой энергии. Когда ваша жизнь руководит ум, так как в разуме недостаточно силы, недостаточно знаний. И возникают такие проблемы, как переедание, лишний вес, болезни, желание секса, нимфомания. Тот, кто ест мясо, рыбу, яйца, всегда будет насыщен червями в теле. А черви руководят сознанием. Черви подразделяются на ментальные и физические. В таком теле живут ментальные прежде всего и впоследствии физические, потому что все имеет причинно-следственную связь. Я приглашаю тебя в школу своего здоровья, Вита Катарсис. Ссылка в шапке моего профиля. Приходи.